True. True, you were with Kespa for a very long time, but now you're at your first European event. Are you enjoying DreamHack and what do you think of Moscow so far? 이제 캐스퍼 동안 오랫동안 있었는데 이제 첫 유럽 대회이잖아요. 그래서 이제 일단 드림핵 대해서 어떻게 생각하고 그리고 모스카우 대해서 어떻게 생각하세요? 네, 처음 이렇게 유럽으로 나왔는데 네, 이제는 네 되게 설레고 네 유럽 사람들이 되게 네 다 잘생기고 이쁜 것 같아요. He says, yes, this is my first European tournament, so it's a very new feeling. And I just want to say, all of you Europeans, you are very handsome and very beautiful. Now, Bung Bung, aside from IEM Shenzhen, we haven't really seen you compete as much as before. How have you been lately, and how did you get to Moscow? I know that you were with Azubu until February, but after that you were teamless. 이제 그 뿡뿡 선수는 이제 그다음 IEM Shenzhen 외에는 좀 자주 못 봤는데 최근에 요즘 어떻게 지내고 있고 그리고 모스크바는 어떻게 왜 와기로 했고 그다음에 팀은 우주부랑 있다가 이제 없는 걸로 알고 있는데 그건 어떠세요? 잠깐만요. 네, 괜찮아요. 너무 기억을 한 번에 못 해가지고. 네네 괜찮아요. 그냥 일단 이제 모스크바 온 것은 어떻게 왜 왔고 네, 어떻게 오셨어요? 아, 저 드림핵을 게임하면서 한 번도 못 와봐가지고 지금 적당한 때라고 생각해서 오게 됐습니다. 아, 그리고 팀 상태는 지금 어떠세요? 연습은 집에서 하고 있고요. 팀은 연락 좀 많이 주셨으면 좋겠어요. So he says, I've been a gamer for a really, really long time, but I've never been able to come to a DreamHack, so that's why I decided to come to Moscow. And he says, in terms of teams, he says, teams, please contact me. So gentlemen, please shake hands. 악수해 주세요. Let's get this game underway. Richard, over to you. Продолжаем трансляцию. Третий матч ЗВЗ. Бонг против Тру нас ждет. Как я понял, где-то два часа назад я практически ничего не понимаю в ЗВЗ, послушав револьвера и узнав, что на таких мелочах этот мирор строится, что будет нам очень сложно понять. Конечно, просто комментировать игру, что происходит, это легко. А вот этот весь подтекст, эту мету, как любит говорить Алекс, понять сложно. Очень бывает в ЗВЗ. Но мы постараемся. Конечно, мы будем очень сильно стараться. Вообще профессиональный StarCraft часто строится на таких мелочах. Вот буквально одно неудачное движение, буквально какие-то доли секунды часто отделяют победу от поражения. Безусловно, эти корейские прогеймеры будут пытаться сделать все зависящее от них для того, чтобы секунды, удача и прочие факторы их не подводили. Знаешь, говоря об этом ЗВЗ, я бы хотел отметить то, насколько интересные у нас собрались здесь корейцы. Это не просто какие-то рядовые парни, о которых можно сказать, ну, там когда-то выходил куда-то там в GSL, еще когда-то где-то побеждал. Нет, Бунбунг и Тру — это персонали совершенно другого типа. Бунбунг вообще прогеймер абсолютно уникальный. Ему 26 лет, и сейчас, прямо на наших с вами глазах, он пишет свою собственную историю. Он поднялся фактически на вершину своей карьеры, потому что он никогда ничего не показывал, а здесь он уже в четвертьфинале DreamHack'а, здесь он уже в четвертьфинале турнира высочайшего класса, и более того, буквально в предыдущем раунде он обыграл в этом же матчапе одного из главных фаворитов Rocket Fiona. Хороший задел, причем обыграл он его уверенно, по крайней мере, по счету 2-0. И посмотрим, что будет с Тру. Посмотрим. И Тру ведь тоже такой весьма непростой персонаж. Особенно интересны у Тру его команды. Не так давно он выступал за команду Genair Green Wings, которая отметилась во всем
старкрафтерском и не только сообществе тем, что компания-спонсор, как раз-таки Джинейр, как легко догадаться, прям целый самолет покрасила в их честь. Там был портрет игрока команды чемпиона мира SOS, там был и портрет True, он до сих пор есть на этом самолете, так что если вы будете летать корейскими авиалиниями, то присматривайтесь внимательно, можете старкрафтера обнаружить. Но True не устраивало пребывание в этой команде. Вот как. Да, вот вроде бы такая классная команда, но ему хотелось поездить по миру, показать себя. И вот он впервые приезжает на DreamHack в качестве уже игрока команды с абсолютно фантастическим названием Dead Pixels, мертвые пиксели. Просто шикарное название подобрали, и True, соответственно, пытается умертвить на своем пути максимальное количество игроков. Уже добрался вот до четвертьфинала, умертвил где-то 5-6 старкрафтеров, теперь у него ЗВЗ с очень интересным оппонентом. Бун-Бун, к слову, это самый, как я уже говорил, возрастной просто, участник да. четвертьфинала. Пошел обратный отчет, хорошо. Но хорошо. Не самый опытный, я бы сказал. Вот мне кажется, True даже поопытнее будет, поэтому его имеет смысл рассматривать как фаворита нашего противостояния. Противостояние, которое начинается прямо сейчас на карте Overgrowth. Dead Pixels True против Бун-Бунга, который ищет свою команду. Уважаемые менеджеры, присмотритесь. Пока у него никнейм I Like Chicken. Такой вот. Да, без клантега. Неплохо. Несерьезный. Самое время приджонить его в вегу. Не например. Вегетарианец точно. Хорошо. Ну что, слева снизу у нас появился игрок как раз-таки команды Dead Pixels. Полуфиналист прошлого сезона GSL. True. Ну а справа сверху появился человек, который очень любит куриное мясо. Его зовут I Love Chicken, он же Бун-Бунг. А ты любишь мясо, Майкер? Вот особенно куриное. Зерговское разве что. Ну, зерговское? Да, да. Слушай, ну тут будет очень много зерговского мяса. Смотри, тут 9 рабов на 10. Как ты думаешь, что это называется? Ага. Вот оно что. Ой-ой-ой-ой-ой. А как это так? 9-й пул на 10-й пул. Это действительно очень интересно. Оба выбирают агрессивное начало. И, честно говоря, я даже затрудняюсь предположить, во что это в итоге перерастет. Потому что, если с самого начала игроки хотят вот такой контактный StarCraft нам показывать, то что же будет дальше? При этом газа нет ни у того. Ни у другого. То есть хотя вот уже видишь... Точно экстрадроны? Слушай... Оверлорд достраивается. Зачем ему сейчас экстрадрон? Уже нет, получается. Интересно. То есть это... Я вот не хочу английские слова использовать, потому что, ну, хотя... Короче, будут зеленые круглые и с собаками. А, зеленые вот, круглые. Зеленые круглые. Отлично. Да. Ну, мы их, наверное, все-таки будем называть бейлингами, никуда не денемся. Придется вот спалили. Использовать. Да, да. На самом деле игроки в кабинках с звукоизолирующими ушками по стандартной схеме, поэтому... Да и у нас акцент такой, что русский... английский русского кореец не поймет. Наверное. Слушай, действительно очень интересно, что такой поздний газ в итоге получился и у того, и у другого. Но... Палец о собаке раз, палец о собаке два. Конечно. И тут оба понимают, что игра будет крайне контактной. И первым свернулся с пути все-таки True. То есть он немножко хотя зонагу занял. Может, он начнет просто бейлингов? Смотри, смотри, True как раз отвел две вот собачки. И здесь показывает 6 отступающих, очень грамотные тонкие. Вот эти два пса, они могут сделать игру на самом деле. Да? Потому что да. Тут, в принципе, ЗВЗ, агрессия против агрессии, все и так очень тонко. А если, не дай бог, вот эти вот пацаны добегут до, ну, в нормальной форме, в бейлинг форме, до базы, это будет очень плохо. Но что? Как бы здесь не спалиться, да? То есть нужно выбрать момент, когда будет движуха какая-то. И после этого, предварительно завернувшись, покатиться сюда. Посмотрим, что сейчас придумает True. Очень сложная ситуация, конечно, и для одного игрока, и для второго. Тут непонятно, что строить. Строить зерглингов, строить рабочих, строить бейлингов. Вот сейчас мы видим, что оба заворачивают бейнов не так далеко друг от друга. Ой-ой-ой-ой. Вот, кажется, может запалить ведь. Да, ну может, но уже, наверное, когда они покатятся как раз. Покатились бейны. Кстати, они очень агрессивные. Ну...
с ними надо что-то как-то быстро делать. А, дома и собаки тут ничего. Рядышком. То есть они друг друга будут сейчас взрывать и убивать? Кошмар какой, ты посмотри, что происходит. А Квин нет, это... Намного быстрее, Тру, абсолютно ничего нет здесь у Бонбонга. Отличный взрыв. Да, взрываются рабочие, сейчас 3 раба на 9, но не стоит торопиться с выводами, потому что бейлинги уже взорвались, остаются собаки, и все, вот такое ЗВЗ бывает у корейских зергов. Сначала мысли посещают, типа, я тоже так могу, но фиг. Но не можем. Не можем. Ну что ж, это было очень быстрое ЗВЗ. Еще одно точно такое же, и мы будем смотреть хэппи. Хэппи! Да. Тихо, спокойно. Но... Вообще, тут был глобальный фейл, потому что мы не показали, я не показал, Грешин, того бейлинга, который на рампе встречал собак. Он взорвал достаточно серьезное количество собак, но при этом... Квина еще была, кстати. Конечно, конечно. И Квина успел добить еще одного Бэйна. То есть что получается? Решающим фактором стало то, что Тру начал свою агрессию быстрее, и при этом у него дома была королева. Да. Бунг свою достроить никак не успевал. Он ее только заказал в тот момент, когда бейлинги уже взрывались. Но у него было больше собак, кажется, на 4, но это не принципиально получается. Да, но это сыграло не так сильно, как отсутствие королевы. То есть королева позволяет просто расстреливать бейлингов на расстоянии. И хоть как-то рабочими покататься, а Квиной дэмэджить бейнов. Так и есть. Ох, ну... Это получилось очень быстро, сумбурно и непонятно, мне кажется, но впереди еще как минимум одно ЗВЗ. Я думаю, что вот в этот раз, несмотря на то, что карта у нас снова дуэльная, карта у нас будет Kings и Jong, мы посмотрим на немного другое ЗВЗ. Здесь и защищаться от того же самого Беллингбаста, ну, если ты ставишь хату какой-то агрессии, проще значительно, потому что мало там места для маневров. В отличие от прошлой карты. Посмотрим. Пошел обратный отсчет. И сейчас Бунг-Бунгу предстоит доказывать, что он не просто так оказался в четвертьфинале московского Дримхака. Бунг-Бунг попробует отыграть тот гандикап, который внезапно образовался у экс-зерга Джинэйр Грин Уингс. Посмотрим, получится ли это на другой дуэльной карте. Безусловно, тут должны быть какие-то другие билд-ордеры, я думаю, хотя бы у одного из этих ребят. Ну, а сейчас Тру ставит 15-ю хату, а там все равно 9-й пул. Тоже возможно. Посмотрим. И может убить, и убьет, скорее всего. Да, тут загадывать... Ой, Цвейк лагает. Пока игра не начинается, да. Поэтому на стриме все еще могут смотреть на нас, но я думаю, что в ближайшее время, или не в ближайшее, мы сможем перейти к игре. Ладно, пока небольшая пауза. Пока есть время подумать. Майкер, представь. Так, ты зерг. Я зерг. Ты играешь BO3 ЗВЗ. Ой, не люблю ЗВЗ. Не играешь. Да. Ну, придется. Хорошо, ты проигрываешь 0-1. 0-1. Тебе хочется рисковать или нет? Нужна инфа об оппоненте все-таки. Нужна инфа об оппоненте. Вот в прошлом сете оппонент тебя вот так вот удивил, да? Они друг друга удивили, потому что когда ты делаешь такой билд, ты априори не ждешь такого же ответа, да? То есть ты предполагаешь, что оппонент будет играть немного по-другому. Поэтому они друг друга удивили. Да. Вот что должно сейчас произойти? Как должен себя вести Бунг-Бунг? Тру-то ладно, ты видишь 1-0, ты можешь себе позволить все, что хочешь, в принципе. А вот Бунг, что бы ему сейчас такого придумать? Самое очевидное, конечно, играть с Ивовы. Потому что если противник может делать любую дичь и рисковать, то ты не должен повторять агрессию, тем более, что проиграл агрессию на агрессию в прошлый раз. Но это, опять же, очевидно. То есть тут может быть несколько слоев. Кто там как подумал, что подумал другой, этот не так двойной, подумал. Двойной, тройной блеф, да. Много всего может быть, действительно. Ну, сложно проникнуть нам вот в мозг корейского прогеймера. Мы иногда пытаемся, но вот сейчас это точно задача абсолютно неразрешимая. Посмотрим, что придумает Бунг, посмотрим, что придумает Тру. В любом случае, конечно, теперь все карты на руках у Тру. Он и так-то считался явным фаворитом, потому что Тру Бунг-Бунг из ниоткуда просто взялся. И катанул в ЗВЗ, кстати, не только Хёна, а и Лайфзерга, о котором мы уже сегодня вспоминали. И Лайфзерг там, насколько я помню, взял сет у Бунга, то есть сделал то, чего не смог сделать именитый корейский прогеймер Хён, который проиграл своему соотечественнику в предыдущем раунде. Посмотрим, что будет сейчас. Сет Тру уже взял, но, поверьте, он этим не удовлетворится. Тут никакой разницы нет. Проиграл ты 0-2, 1-2, это вообще никого не интересует.
ты или победил, или отправляешься в освояси, потому что у нас сетка по олимпийской системе. Теперь уже вчера были групповые раунды, сегодня утром были групповые раунды. Нет, сегодня утром уже был плей-офф. Не было, да. То есть сейчас мы уже находимся в стадии, когда ты не имеешь права проигрывать матч, то есть проигрывать серию до двух побед. Ставки высоки, конечно. Да, и сейчас вот дуэльная карта опять, это немного должно давить на сознание, немного должно вот заставлять волноваться Бунга, у которого нет опыта противостояния на таком высоком уровне. И, конечно, должно заставить немного волноваться Тру, который впервые играет. А ему-то чего? Который впервые играет в Европе при вот такой вот огромной аудитории и зрительской поддержке, которая, правда, возможно, хранится пока для другого игрока. Но, может быть, Тру вот сможет влюбить в себя Москву. А? Как ты думаешь? Заодно за ВЗ? Конечно, все в его руках. Здорово. Угадай мелодию с пяти нот, влюби Москву с одного ЗВЗ, наверное, примерно одинаковые по сложности задания. Поехали. Я думаю, вы еще не забыли, кто у нас играет в этом ЗВЗ. Справа снизу Dead Pixels True, слева сверху у нас Бунг Бунг и 1-0 впереди Красный Зеп. Ну что, девятый лимит. Мы потихоньку приближаемся к отметочке, когда нужно принимать решение. Да. Оверлорды. Угу. Оба делают оверлорда, поэтому в этот раз мы не увидим какой-то жесткой агрессии. Почему? Еще бейлинги могут быть. Ну, в смысле, чуть позже пул. Там ну, чуть позже, да? Но, в общем, скорее всего, здесь будет чуточку более мирно, как минимум в начале. Потом, конечно, без конфронтации не обойтись. Хорошо. Естественно, так как карта дуэльная, игроки оверлордами максимально быстро смогут прикинуть, что же происходит на базах оппонента. Оверлорды обязательно встретятся где-то в центре карты. Если игроки отправляют их с ювелирной точностью, то оверлорды даже поцелуются специально для нас. Попробуем в этот момент поймать, потому что... Пока идут хорошо, я бы сказал. Мне кажется, левее уже пошел красный. Да? Да. Надо подкорректировать. Тру, Бунг, кто-нибудь, сделайте что-нибудь, ну! Не, разминуться. Вот просто пощекотали друг друга. Как кажется, синий плечом так проходил. Да, и... нормально. Ничего себе. Хамовато так немного. Да. А в плане билда там 14-й пул от Чикина. Можно Чикином его называть? Ладно, Бонг-Бонг. Мне кажется, это немного обидно. Почему? Он же взял такой никнейм, значит, он его любит. А у Тру 15-я хата. Да, обрати внимание, вот мне кажется, Бунг послушал тебя, поверил и действительно решил сыграть надежно. То есть это максимально надежный билд, который можно отыграть современным ЗВЗ, то, что делает у нас отстающий Бун-Бун. В то время как Тру не то чтобы позволил себе слишком много, нет, но просто он вложился в экономику чуть больше и чуть раньше. У него будет больше инициативы, потому что будет раньше мув и нычка. Короче, по двум мелочам у Тру все хорошо. Все лучше, чем у оппонента. Да, совершенно верно. Самое главное сейчас для Тру, что он добывает газ. У него будут технологии, у него будут быстрые линги. Это даст Тру не просто контроль карты, это даст ему также возможность проявить агрессию тогда, когда он это сочтет нужным. В то время как Бунг, что ему остается? Это только при 10-м пуле там медленные собачки что-то решают вместе с Бейли. Но у него до сих пор нет газилки. Да, то есть он играет полностью без газовый опенинг. Это тоже нормально, в это тоже играют. У этого билда тоже есть свои плюсы. Но вот в современном ЗВЗ все-таки часто более выгодным положением считается как раз положение диктующего свои условия. Положение зерга, у которого есть возможность контролировать карту зерглингами. Два зерглинга практически успешно этого дрона до 8 хитов довели, но не убили. А, прибежал, посмотрел, увидел, что мув делается и газ не собирается. Ну и лишних рабов Тру перевел на свой натурал. Оставив там 15, кажется, рабов на минерале. Стеночка нужна по-любому, получается. То есть нужно переходить в такой дефенсный вариант и ну, посмотрим, как будет защищаться. Потому что собаки с мувом это... Всегда, ну, это сюрприз может произойти в любой момент. Да, само собой, причем этот сюрприз при этом не помешает Тру поставить третью базу, допустим. Который, конечно. Да, палец как... с одной стороны, да? Естественно, но...
Стенка здесь нужна. Я думаю, что Бунг специально для этого. Тиани Крипели прежде всего для этого. То есть как только он увидит хотя бы намек на агрессию, мгновенно там эволюшены, вот ну, уже плеточка ставят, да, на всякий случай, естественно. Оборонительные сооружения не грех поставить. Опа, хороший пробег двух собак. Увидел Роуч Ворон, но он такой полуактивный. Надо посмотреть на газ. Газ один собирается между тем. Уже вот так можно насторожиться, да, потому что и возможность дозаказать псов с мувом, и возможность заказать роучи есть, теоретически, у Тру. Мне кажется, все-таки Бунг не насторожится. Почему? Потому что он видит третью базу, видит, что она была очень ранней. И кроме того, он увидел, что довольно много рабов было на второй локации. Обрати внимание, Тру нервничает. У него огромный, дичайший саплай-блок. Он не может ничего строить. 4 оверлорда у него сейчас строятся. Да, это большая ошибка. Это грубейшая ошибка на таком уровне игры. Это показывает нам то, что нервы-то не железные, и все-таки ошибки допускаются сейчас. Лейер и 4 газилки уже работают у синего зерга. В смысле, добываются, лейер делается. На 2/3 готов. Да, есть, безусловно, свои серьезные преимущества у того варианта игры, который выбрал Бунг. А Труном, кажется, покажет одну из стратегий, которую он показывал на пролиге, на главном корейском командном турнире. В чем суть этой стратегии? Вы не заказываете лейер, ставите третью базу, собираете довольно много газа, делаете раунд роучи, а затем огромное количество лингов с трех хэтчери. И в случае, если ваш оппонент будет невнимательным, вы просто его уничтожите. На худой конец вы заставите его уйти в глухо-оборонительную позицию и спокойно начнете развивать экономику. Палятся собаки. Нет Бейлинг Неста на защиту у Бунга. И роучи, насколько я понимаю, нужны здесь только для того, чтобы убить вот эту вот стенку. И сквин, собаки и так просачиваются. И кажется, Тру просто врывается на натурал, убивает одну квину. Плетку убьет буквально в пару залпов, и что? Не готов. Да, он просто не готов. У него в два раза меньше боевого лимита, он выдергивает своих рабочих, которых у него пока что больше, но это число очень быстро уменьшается, и это кажется очень убедительное 2-0. Коронная стратегия Тру, отличное исполнение, кроме одного единственного саплай-блока. И что остается Бунгу? Только признать свое безвариантное поражение полуфиналисту прошлого сезона GSL, великолепному зергу, который такой стратегией кого только не уничтожал. Тру отыграл очень здорово, Бунг еще борется. Возможно, он тоже исповедует девиз «Never give up». Но да, сдаваться придется. Переводит рабочих там на экспант, но собак слишком много. Они дотекают десятками. И шансов тут, конечно же, никаких нет. Роуч Ворон, там грейд на плюс один, но все это не актуально. Там лейер, не лейер. Good game. Быстрая, простая и уверенная победа. Наши поздравления, Тру. Именно он в скейпе будет играть. Я бы, конечно, ну... Все. Congratulations, Tru, on being our third semi-finalist here at Dream Oak Open Moscow. Now, Tru, you are undefeated at this tournament. You have not lost a single game. When you came to Dream Oak Open Moscow, did you expect to do this well, or are you also surprised? 이제 이 대회에서 이제 한 게임도 안 졌는데 한 게임도 안 졌어요 여태까지. 근데 이제 이렇게 잘할 거라고 예상을 했어요? 아니면 본인도 조금 놀라우세요? 아, 네. 운이 좀 좋은 것 같아요. 이번에 네. 뭔가 운이 좋아서 계속 이기고 있는 것 같아요. He says, I just feel very lucky at this tournament. I don't know what it is. I'm riding this fortune and I hope it keeps going. Now, in the next game, you're going to have to play a Terran. You're playing the winner of Happy versus Jakji. And I know that historically you've kind of struggled against Terran. So how are you feeling headed into that match? 그 다음 경기는 이제 테란 선수와 할 건데 이제 좀 테란전으로 좀 약한 걸로 좀 알고 있는데 그런 것 때문에 약간 이제 그 경기에 들어가면서 무슨 생각을 하고 있나요? 네, 테란을 만났는데 네.
그냥 네 요새 다 테란한테 많이 져가지고 이번에는 꼭 이기고 싶어요. He says, yes, I am going up against a Terran player. I have lost so much against Terran players, so I just really, really want to win. Now, you have qualified for DreamHack Winter, which means that although this is your first European tournament, we'll be seeing you at another European tournament again later this year. In general, do you plan on attending more foreign events and not just DreamHacks? 이제 DreamHack Winter 이제 진출했고 그리고 그것 때문에 이제 다른 유럽 대회는 적어도 하나 더 이제 이번 연에 볼 건데 다른 해외 대회도 많이 출전하고 싶나요? 네, 다른 해외 최대한 많이 나가고 싶고요. 네, 한 경기 다 열심히 준비하고 있으니까 네 좋은 결과 네 있으면 좋을 것 같아요. 네. He says, I definitely want to go to as many foreign tournaments as I can. And guys, I am practicing game by game. I'm really working hard, so I'm pretty sure there's going to be a really good result. And last but not least, Drew, you're on the main stage here for the first time at DreamHack Open. Do you have any words for your fans? 이제 그 DreamHack의 무대에 첫 번째로 이렇게 서 있는데 이제 그 팬들에게만 한마디 해주세요. 네, 이렇게 처음 DreamHack에 와서 팬분들께 인사드리는 것 같은데 네. 앞으로 자주 볼 수 있었으면 좋겠습니다. He says, yes, it's true. This is my first time on the DreamHack stage meeting you guys, you're my fans like this. I hope that more opportunities like this emerge where I can keep meeting you guys. So congratulations, Chu, again on being our third semi-finalist. Guys, after this break, we will have our last quarterfinal match to determine our last player to qualify for DreamHack Winter. I know you guys will be extremely excited for this. It'll be Happy versus Jackie.